Продолжаем. Что ж, миринда с ананасом. Ну, очень похоже на вот эту фанту, которую мы пробовали до этого. Просто слегка газированный сок, я бы сказал, ананасовый. 5/10. Ну что ж, ребят, у нас осталось-то тут всего лишь Skittles и Юппи. И думаю, начнем мы с Юппи. Ой, фу, блин, ненавижу Юппи. Это напиток детства, но я вообще только недавно узнал про существование этого напитка. А я давно уже знаю, что это существует. Нужно просто разбавлять водой этот порошок. Надеюсь, не используем. Ну, это не пробовал, но я это видел раньше. В холодной воде растворяется. Что-то я примерно это помню. Вот в холодильник, чтобы... полностью не удивляйтесь, что я скотчем играюсь. Титька! Ну тут тить, но титька я это просто добавил. О, да, я знаю, какой был или есть... Говняный? Я просто не знаю. Во всех ванильных пабликах, во всех пабликах про зарубежные вкусняшки были эти фотографии с этими напитками. Неужели это так вкусно? Я не знаю. Просто говорили, что и вкусно, и гадость нереальная. И... что-то не оправдало мои ожидания. Да вообще ничего не сказать. У меня что-то изо рта вылетело, но не важно. Что это? Пластинка какая-то. Обычный йогурт какой-то со вкусом клубники, я не помню. Даже хуже, чем обычный йогурт. Вот у меня почему-то такие воспоминания, что мне вообще не понравилось, я даже не допил и выкинул. Ну давайте посмотрим, может быть, мне что-то тогда не то подсунули. Кто его знает? У меня просто нет чистых стаканов, кроме этого. Это можно использовать в качестве воркаут-инструмента. Кто помнит ту серию Саус Парка, тот понял, о чем я. Я не знаю, почему мне так противен этот напиток. Ну серьезно, как можно было так облажаться? Просто я бы даже 0 из 10 дал, но... 1 из 10. Пожалею немного этот напиток. Может быть, это я такой странный. Или 2 из 10, я не знаю. 2 из 10, фу! Пахнет, да, ну, реально, почти фу. Точно так же, как этот порошок из Польши, мне уже страшно. О боже мой, только вы видите это? Нет. Так. Суши, это похоже, как будто я гуашь в воде развел. Сейчас краску пить будешь. Смешно. Это так странно. Странно, да. Очень насыщенно. Наверное, сахар надо было добавить. Я переборщил с порошком. Странно не звучало. Ну да, возможно, если бы мне сейчас было лет 7-8, я бы просто был в восторге от этого напитка, но когда мне сейчас 18, но выгляжу я на 12, зачем я это сказал? Ну, не на 12, на 16. Я еще не до конца распробовал этот напиток, но пока что 6 из 10. Химия кукает. Понравились мне больше всего. Так что, если когда-нибудь увидите что-то подобное, покупайте. Ну что ж, ребят, окей. Моего видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Это было, конечно, понравилось. Надеюсь, вам тоже мое видео понравилось, реакция на его. Если вам это видео, ребят, оцените его своим пальцем вверх и напишите в комментариях. Вот. Может быть, мне стоит больше делать таких лайфстайл-видео. То есть, я реально понятия не имею, понравилось. Возможно, я тоже это делать буду, только не реакцию, а я сам на это делаю. Тогда я буду делать видео такого типа больше. Ну и да, если вам... О, важно, а теперь вечер стал на заднем плане, не заметили? Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самые новые видео и стримы. Обязательно. Мне казалось, какой-то киноляпа здесь присутствует. Это, по-моему, самая активная соцсеть, не считая YouTube, в которой я сижу. Также можете написать в комментариях, пробовали ли что-нибудь из этих продуктов. Я пробовал, я уже говорил, что именно. Подпишитесь на Инстаграм Брайана. Ну что ж, а это видео подошло к концу. С вами был, как всегда, я, Брайан. До скорой встречи. Пока. Ладно, ребята. Спасибо всем за просмотр. Делать не в дальнейшем эти реакции. Ну, не только на правильное, а на различные видео. Если да, то какие, пишите в комментариях, я оценю. Ну, в общем, посмотрим, что какие ваши мнения будут. Ну что ж, всем пока.